Не, вы такой самоуверенный. Стас, который тут, знаешь, просто чисто с самых первых моих эфиров уже просто сколько уже? 2 месяца. Я скорее. Если я напишу, ответишь, попробуй. Фамилия, Лиз, что? А, не... Бля. Нет. Не может быть. Не может быть такого. Хотя... Разве реально из-за того, что у меня стоит такая фамилия, мне могут закидывать на платформу? Это правда. Не, ну сегодня хорошие ребята заходили ко мне. Вот у меня Александр ко мне зашел, поддержал меня очень хорошо. Вот Джордан появился. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Сегодня, ну, хорошие ребята уже позаходили. Спасибо большое. А ты вроде как относишься к бомб... Как ты пришел к этому мнению? Джордан, thank you so much. Thank you. Окей. Лиз, say my name. Skipper. Yes, no? Раздача поцелуев, да. Заходите, не упустите, не упустите свой шанс. Окей, good night. Good night. Спасибо большое за разрыв. That sound good. Oh, thank you. Thank you. Нет, я считаю, что мне... Просто Александру почему-то не хочет со мной общаться. Алекс, ты понимаешь? Не знаю, почему. Я вижу, что он тут, но он мне ничего не пишет. Hello. Прожиточный минимум. Блин, я даже не знаю, если честно. Ну, может, долларов 100, может? Thank you. А, окей, окей, I don't understand. Can I kiss you? I have to not speak much. Это из Минска, да? Да ладно. На 100 можно жить, но, по-моему, насколько я помню, это кто-то где-то обсуждал, почему-то в моей голове... Нет, я имею в виду тот $100 прожиточный минимум, который, ну, типа, у нас объявлен там по всей стране. Сколько это там, по-моему, 300 с чем-то рублей, они сказали. Я считаю, что у нас прожиточный минимум в Беларуси это... Не знаю, прям минимум... 600 минимум. Это прям вот жить, просто вот еда, ездить на общественном транспорте, я не знаю, за коммуналку оплатить, и вот, и все. Ты че не спишь, Рафаэль? Ну вот так произошло. It's fine, Лиза. And asking that question. I shall be too. Какие 3000? 600 минимум. Я про долларов, да, говорю. Но это
Если прям вот максимально вот спокойно жить, типа особо, я не знаю, кушать дома, не ездить на такси. Продукты купить. Ну, вот мне кажется, ну, долларов 600. Я об этом думала как раз. Ну вот. Если разобраться, что, Стас? Что еще раз? В чем разобраться? Ну, у нас реально один... Я, честно, клянусь, я не хожу в магазин, я не знаю, сколько стоят продукты. Да, родственник. I have golden voice. Thank you. Я клянусь, я не знаю, не хожу в магазины, я кушаю где-то, там еще что-то. Блин, ну у меня только на такси в месяц уходит, блин, ну я не знаю, на долларов 400, наверное. Не приходит сообщение. Да, Стас, давай еще раз. Попробуй еще раз, пожалуйста. А сколько тебе лет? 24. Еще. Пока. Хала, хала, хала. А где ты работаешь? В сфере красоты. О, пришло сообщение, подожди. Я говорю, если есть семья, дети, жена, то становится... Ни о чем. Нет, это я говорю на одного человека. Я из налоговой просто. Да, свой, приходи. Машерова. Мы ждем вас. Приходите, пожалуйста. Напишите в ЛС, я отправлю вас по адресу. Инста Елизавета Ким. Все, все замолчали. Покушала. Ну, я выпила чаечек, покушала салатик. Что-то мне больше ничего не хочется. Потом пошла, сходила в душ, полежала, поняла, что спать не хочу, и пришла обратно. Спасибо. Поэтому я считаю, что да. Мы считали дырки в сыре. 3 плюс 2 равно 5. Ну, хорошо, равно 4. Ты вы прикиньте, Рафаэль, ты прикинь, обновился ТикТок. Я зашла после 12, и я такая, типа, на 77-м месте. Я такая, what the fuck? И все, я пошла по батлам. И все, все хорошо. Мы теперь на... были на 22-м, сейчас на 24-м. Это вообще... Это было расстройство, расстройство. Я такая думаю, что это за херня? Блин, мне показалось только что, что Том прошел. Это было расстройство... расстройств. Я пошел, я спать. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи, Стас.
Блин, реально, меня сейчас настолько клевануло, что я его увидела. Как на акциях спать нельзя. Да, это жесть, конечно. Белым снегом все одето, значит, наступила зима. Январь, февраль, декабрь.